Вот она лестница, по ней ходил Николай II. Музей семьи императора Николая II кинематографисты осматривают внимательно. Они готовятся к созданию фильма и сериала «Романовы. Преданности и предательства». Тобольск станет одним из основных городов для съемок. Часть из них будет проходить в музее императорской семьи. Во многом мы будем использовать экстерьеры, то есть восстанавливать забор вокруг Дома Свободы, делать двор, балкончик, вот на котором, так сказать, сидел Николай Александрович с супругой. Ну и какие-то эпизоды, которые сопровождали вот этот период их жизни здесь, в Тобольске. Идея масштабного кинопроекта появилась во время завершения съемок фильма «Тобол». Тогда генеральный продюсер картины Олег Урушев посетил музей императорской семьи в Тобольске. Вдохновившись историческим местом, он принял решение снять картину о судьбе Николая II, его семье и братья Михаиле Романове. Фильм раскроет неизвестные страницы того времени. Я предложил этот проект Сергею Сергеевичу Козлову, тюменскому замечательному писателю нашему российскому. И он с радостью взялся за этот проект, потому что он был в теме абсолютно, он был абсолютно подготовлен к этой теме и написал нам вот 12 серий телевизионного сериала. В основе фильма «Романовы. Преданности и предательства» одноименное произведение Сергея Козлова. Воплощать кинокартину будут в разных местах Тобольска. Они пока еще выбираются. Среди возможных – гостиный двор и тематический парк Тобол. Исторические фотографии тоже станут источником сюжетных линий. Оживим многие фотографии, которые знают, там вот как пили дрова, как пьют чай на балконе. Эти фотографии оживут в нашем фильме. Историческим консультантом картины является главный специалист Государственного архива России Владимир Хрусталев. Сейчас параллельно идет и кастинг актеров. Сами же съемки фильма в Тобольске запланированы этим летом. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.